Здравствуйте, друзья. Ну вот, это Ubuntu. Ubuntu. Так, давайте русский язык возьмем. Да, я записываю. Ubuntu. Правда, 16-е. Вот. Ну что, ну я не знаю, он заметит. Ну давайте попробуем установить. А потом будем с него играться. Когда надо долго-долго грузиться. Но так мне понравилось. Я, конечно, тут уже... О! Сейчас, на данный... Ну, пускай подключится. Сейчас мы приостановимся. Так, ну что, установили, поехали дальше. Как вы знаете, я устанавливаю с помощью вот... Сейчас, в данный момент, это не значит, что это установленная технология. Это просто я сейчас вот... Поскольку в своих закромах не нашел считыватель карт и не знаю, как в процессе загрузки Linux вводить данные с помощью камеры или отпечатка пальцев, да, то, соответственно, ну или не готов, знаю, но не готов. Стереть диски и установить Ubuntu. Да, хорошо, пока LVM, пока... Да, продолжить. А какой диск он хочет? Мне интересно, какой он диск хочет замочить. Москву. Да. А потом мы еще посмотрим. Русская, да. Вот. Так, давайте я здесь сейчас мы... Так, вот поехало копирование файлов. Посмотрим, куда он устанавливает. Мне вот только интересно, куда он устанавливает. Сам на себя или вот сюда? Пошло копирование файлов. Но это он, я так понимаю, пока готовит установочные всякие дела, еще в АЗУ, наверное. А может быть и нет. Давайте подождем. Как что-то поменяется, я вам доложу. Ну вот, смотрите, сколько у меня уже этих дисков набирается. Ну вот, должно быть где-то около 20 дисков. 14 тысяч придется в это дело вложить. Но на самом деле не для этого. Я потом знаю, куда я эти диски пристрою. Вот. Но пока так, чтобы не простаивали. И некоторые пишут, зачем я там куда-то там пытаюсь обидеть Linux. Нет, мне чат GPT дал поручение запомнить свои ощущения. А как их запомнить, да? Свои детские ощущения, это значит, их надо где-то сохранить, как этот процесс шел. Это мемуары. Вот. А тернии, да, они есть и... В общем, хотя на самом деле их не так много, старый ноутбук, никаких драйверов у меня никто не просит, вот, и устанавливается, и завиральность, которая есть, но это странно, собранный кем-то дистрибьютив, где выкидывают вещи, ну, которые можно было оставить, которые не занимают никакого объема. Кстати, вот в LiveCD, который... на DVD собран был. Вот автоматом, это не я там набирал какие-то функции, возможности, я же не набираю. Если бы я набирал, мне потом сказали: о, Алекс, ты не дочитал, там надо было галочку поставить, ты же сам делаешь все дистрибьютив, что ты там будешь сказать? Нет, я это ехал на автомате по умолчанию. И когда я беру любую книжку, любую статью, и там написано «кал», напишите второй, первый напишите «дата», а второе «кэл» или «энкэл», то, ну, я любой новичок как бы уверен, что особенно переходящий после Unix и без коуча, да, что вот сейчас он наберет и пойдет изучать. Мы к этому привыкли. Мы привыкли работать с книгой. Для нас книга была авторитет. Конечно, авторитет книги надо снижать. Книга – это не изменяющаяся, достоверная, с какой-то долей там ошибок на момент ее написания автором, а то и ниже, да, временной этот, а есть текущая информация, достоверная на момент ее прочтения. Чувствуете разницу? Поэтому от книг надо отходить,
те выверенные знания там 17, 18, 19 веков, где-то, может быть, начало 20 века в математике, ну, их можно выбить в скале, там, на скале скрижали сделать, но эти знания, они тоже, они там держатся на зыбучих песках, поэтому их тоже нельзя такими назвать особо достоверными. Вот. Ну, давайте я пока приостановлюсь. Вот, что я понял, что Libre Office это, ну, такое достижение Linux, и вот все дебиановские ветки им пользуются, потом посмотрим другие ветки Linux пользуются или нет. Но я так думаю, что мне придется какую-то машинку достаточно мощную собирать или переделывать. Ну, вообще, наверное, собирать двухсистемную Windows и это с переключением между системами или использованием виртуальных машин. Посмотрим, как я это буду делать. Я сторонник все-таки одной физической машины и разных сред, да, ну, диски вот. Посмотрю, можно ли сейчас собирать, что они легко отключаются, подключаются, может быть, пультом, да. Вот примерно вот так, как у меня свет. Вот сделать вот такие загрузочные, да, нажал, загрузилась Windows. Нажал другой раз, загрузилась, значит, Linux в том или ином варианте. У меня, знаете, сколько, на сколько кнопочек есть? Намного. Мне так это, а можно и второй пультик. Я умею программировать кнопки, да, и то могу два пульта, Windows 12 вариантов и Linux 24. Так, что у нас тут? Доступность для всех. Вот, помощь и поддержка. Ну вот, о чем я говорю, да, книга, это такая скрижаль, да, выбитая пером, а сейчас уже современный мир требует постоянных знаний, которые достоверны на момент прочтения, вот к этому сейчас все стремятся. Пошло файлокачка. Так, ну что, перезагружаемся? Что-то у меня завирально, кажется, он сделал. Так, говорит, ну вот, пошел грузиться, пароль, вы знаете, как мы пароли вводим с помощью, сейчас пикнет, во, пикнуло, так, войти. Ну вот, у меня уже Ubuntu, давайте проверим Ctrl-Alt-T. О, здесь работает в Ubuntu, все, следующее видео. Пойдем дальше.